Илья Николаевич Ульянов был очень интересным человеком. Когда говорят о нем, часто упоминают слова «первый», «талантливый» и «целеустремленный». Судьба его тоже была очень интересной и непростой. Когда его сын Александр стал государственным преступником, имя Ильи Ульянова вычеркнули отовсюду и перестали упоминать. Только в 1916 году были отмечены выдающиеся заслуги Ильи Ульянова в деле народного просвещения. Илья Николаевич действительно поднял народное просвещение Симбирской губернии на очень высокий уровень. И это отмечали даже его современники. Выставка «Известен всей России» открылась в доме, где жила семья Ульяновых. Экспозиция рассказывает о жизни Ильи Ульянова с рождения и до завершения его жизненного пути. Посетители смогут узнать, как сын крепостного крестьянина стал действительным статским советником, потомственным дворянином, благодаря целеустремленности, работоспособности и таланту. И документы выставки, которые мы предлагаем нашим посетителям, прежде всего рассказывают о происхождении Ильи Николаевича. Ведь мы вот говорим, что он сын бывшего крепостного крестьянина. А теперь мы эти документы представляем нашим посетителям. Посетители выставки смогут увидеть уникальный предмет – медаль, которая вручалась всем в поддержку войны 1853-1856 годов. Здесь же находится книга комитета Карамзинской библиотеки, которая свидетельствует об активной деятельности Ильи Ульянова. То, что раньше рассказывали об Илье Николаевиче, сейчас подтверждено документами выставки. Выставка у нас совершенно свободная к посещению. Работает музей и, соответственно, выставка ежедневно с 10 утра до 18.00, до 6 часов вечера. Вход свободный в течение всего дня, без перерыва, без выходных. Поэтому рада видеть вас ежедневно. Выставка «Известен всей России» продлится в Ульяновске до 10 декабря. Валентина Никонова, Владимир Куликов, Ол Правда ТВ.